Шановні мешканці міста Балта та Балтського району, предвиборча кампанія набуває свого логічного кінця. Я, як довірена особа по 139-му виборчому округу від кандидата в президенти України Порошенка Петра Олексійовича, хочу звернутися до вас зі словами щирої подяки за небайдужість до майбутнього нашої країни. Петр Олексійович просив передати всім вам свої самые лучшие пожелания і уверення в том, що он вас не подведет. Ми помнім, какую страшную цену заплатили украинцы за свой европейский выбор. Сегодня наша страна переживает самые трудные времена со времени обретения независимости, и нам очень нужен мир и покой. Всю избирательную кампанию мы построили на том, чтобы донести до людей планы нашего кандидата. Как поднять с колен экономику, армию, медицину, образование, сельское хозяйство, промышленность и прочее. Наши волонтеры провели тысячи встреч с жителями севера Одещины. Каждое обращение и предложение нами будут учтены и по возможности реализованы. Одной из главных проблем нашего региона уже несколько лет подряд стали дороги. Жители Любашовского, Котовского, Кодымского, Савранского и Балтского районов требуют скорейшего решения этого вопроса. Для многих из нас стало огромной проблемой добраться до Одессы на работу, учебу или лечение. Вместе с тем мы понимали, что строя свою предвыборную работу, мы должны с уважением относиться к своим оппонентам. Терпеливое убеждение и уважение к чужому мнению сегодня способно объединять людей. Нам крайне важно сегодня ставить интересы страны выше, чем разногласия между политиками. Вместе с тем, на местах в Одесской области основные конкуренты договорились о том, чтобы не использовать в отношении друг друга грязных технологий и черного пиара. До вчерашнего дня 100% штабов кандидатов неукоснительно соблюдали это джентльменское соглашение. Однако 21 мая с 11 часов вечера до 5 часов утра по всему Балтскому району были замечены группы лиц, которые на частных автомобилях разбрасывали листовки и газеты с откровенной ложью и клеветой на нашего кандидата в президенты. Штаб Порошенко в Балтском районе уполномочен заявить, группа лиц, в которую уходят обанкротившиеся местные политики, которые мечтают любыми средствами вернуться во власть, своими действиями порочат не только нашего кандидата, но и штаб Юлии Тимошенко. Из-за несогласия с официальной позицией штаба блока Юлии Тимошенко в Балтском районе несколько человек организовали так называемый альтернативный штаб. Эти люди не гнушаются ничем, они неоднократно на разных выборах организовывали подкуп, разлив спиртных напитков, карусели, подвоз людей на участки и прочие грязные технологии. Сегодня они пытаются примерить на себя роль главных оппозиционеров. При этом эти борцы за интересы народа ни разу не появились ни на одном официальном мероприятии. Ни на митинге в День Победы, ни в День памяти Чернобыльской трагедии, ни в День чествования воинов-афганцев, ни на День города, ни на выпускных балах. Нигде. Хотите критиковать – предлагайте ваше решение. Честно, открыто в лицо, а не ночью из окна автомобиля, как воры. Нами неоднократно предпринимались попытки убедить раскольников в том, что выборы надо выигрывать честно и уметь проигрывать. От безысходности, от того, что люди уже давно разобрались, кто есть кто в нашем районе, политические интриганы, решились на уброс клеветы на нашего кандидата. Мы проинформировали правоохранительные органы о данном инциденте. Мы связались с коллегами из районного штаба Юлии Тимошенко и с пониманием отнеслись к тому, что официальный штаб с возмущением и негодованием воспринял этот инцидент. Одесские областные штабы Петра Алексеевича Порошенко и Юлии Владимировны Тимошенко резко осуждают поведение доморощенных раскольников. Официально заявляем, что в оставшиеся дни мы не опустимся до уровня наших псевдооппонентов и продолжим вести свою агитацию согласно закону, белым днем, открыто и честно, глядя людям в глаза. Мы уважали и уважаем выбор каждого нашего жителя. Мы работаем не против кого-то, а за нашего кандидата. Победа Петра Порошенко или любого другого кандидата на пост президента должна объединить страну, а не расколоть ее. Впервые, согласно разных опросов, за одного из кандидатов отдают большинство голосов во всех областях Украины. У нас есть шанс выбрать президента, поддержанного всей страной и в один тур, сэкономив при этом огромную сумму бюджетных средств, так необходимых сегодня нашей стране. Люди разберутся. У нас мудрый европейский народ. Шановні друзі, хочу попросити вас прийти на вибори. Давайте разом змінювати країну. Давайте разом змінювати відношення один до одного. І давайте жити по-новому. Слава Україні!